На нем будешь только ты, как символ моей мечты. Опять сохранить тебя. «Я поднимаю в небо самолет», «Глазами солдат» и другие патриотические песни прозвучали на сцене администрации муниципалитета. Свой творческий путь Никита начинал с музыкальной школы, но вокалом занялся после службы в армии. Юноша написал и издал уже более 40 песен, особенно проникся военной тематикой. Сегодня в первую очередь хотелось сказать спасибо людям за их активную гражданскую позицию, за то, что не оставляют наших ребят и вообще нуждающихся людей в беде. И это для меня большая честь и гордость выступать сегодня на этом мероприятии. На концерте выступили творческие коллективы со всего округа и исполнили композиции в поддержку участников спецоперации. Также передали книги без срока давности в библиотеке округа. Мероприятие поддержали и местные активисты «Единой России». Всегда будем помогать нашим замечательным воинам. И всегда мы вместе с ними. И с письмами, и с песнями, и с хорошими словами. И будем их ждать большими караваями и пирогами на нашей родной земле. Любовь к родине и к своей семье – именно об этом пели участники концерта. Никто не остался равнодушным к произведениям, и каждый смог выразить свою благодарность солдатам. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».